Существует версия, согласно которой Рогнеда, прожив с Владимиром несколько лет и имея от него детей, так и не простила ему смерти отца и совершила покушение на его жизнь. На вопрос Владимира «за что?» Рогнеда ответила: «Потому что отца моего убил, и земли его в плен взял из-за меня, а теперь не любишь меня и ребенка моего». Возможно, решение Рогнеды пойти на покушение повлияло то, что Владимир, приняв христианство, которое запрещало многоженство, предложил ей стать женой какого-нибудь знатного человека. Однако покушение не удалось, и Рогнеду по законам того времени должны были убить. Мать защитил деревянным игрушечным мечом в руках малолетний сын Изяслав, который сказал Владимиру: «Отец, ты здесь не один». Обескураженный поведением сына, Владимир по совету бояр приказал выслать Рогнеду с сыном на ее родину, в Полоцкую землю. Здесь для нее был построен город Изяславль, названный так в честь сына –